причин, по которым этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы стать выдающим. Савас в воротах, Маркиниус в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. И похоже, они также решили сделать упор на фланговых игроков. Причин, по которым этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы стать выдающим. Савас в воротах, Маркиниус в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. И похоже, они также решили сделать упор на фланговых игроков. Причин, по которым этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы стать выдающим. Савас в воротах, Маркиниус в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. И похоже, они также решили сделать упор на фланговых игроков. Причин, по которым этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы стать выдающим. Савас в воротах, Маркиниус в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. И похоже, они также решили сделать упор на фланговых игроков. Икарди. Неймар. Мауро Икарди. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Икарди. Неймар. Мауро Икарди. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Савас в воротах, Маркиниус в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на флангах в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. И похоже, они также решили сделать упор на фланговых игроков.